Так, всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли, и я спонтанно это видео получилось, спонтанно даже без монтажа его пишу, как получается. Суть в том, что в xrclub, который буквально вчера вступил, пал, благодарю Егора за эту штуку клевую, там задали, мы начали обсуждать Dreams, и я решил показать, несмотря на то, что я, наверное, в ней не сидел года три, неважно, в общем, все позабывалось, я загорелся желанием показать Егору, что действительно можно создавать крутые вещи, крутые рендеры. Я кинул парочку, ну, там, на статью свою в описании видео, создавать классные вещи. Я сейчас их классные совсем не буду показывать, но покажу суть того, как работает Dreams и что это такое, если кто не знал. Я в нейронках ее уже показывал в одном из видео своих, вот, поэтому сейчас покажу просто вводную, можно так сказать, часть, может, еще потом буду показывать. Приятного просмотра, в общем. Поймете, что это такое, как оно работает, как я в нем работаю, примерно. Базовые такие вещи, маленький. Ну, это спонтанно. Может, еще более подробные видео запишу. Может, трансляцию проведу. Не знаю. Посмотрим. В общем, приятного просмотра. Так выглядит интерфейс самого приложения на PlayStation 4. Если вы зайдете в создание грез, там есть куча приложений, анимаций и прочего от других пользователей. Также здесь очень много наборов готовых ассетов. Например, это по тематике железной дороги. Это только что я навел на готовые треки, они сразу же прозвучали, как демонстрация того, что можно добавить в вашу сцену. В клубе мы говорили об анимации, я хочу показать пример своей локации с ней. Эти сцены я создал 4 года назад. Все шейдеры и звуки сделаны внутри приложения. Сейчас зайду в режим редактирования и покажу вам, как выглядит эта сцена. Я люблю работать в картун стиле, поэтому специально делаю все таким мультяшным, но позже покажу вам и реализм. Чтобы вы понимали, как легко обычный скульпт превращается в объект с травкой и так далее, я сейчас вам покажу создание его с нуля. То есть сначала нужно в моих творениях нажать на эту иконку и создать пустую сцену. Так, у нас есть пустая сцена, и в нее можно добавить любой объект. Для этого выбираем цилиндр или любой другой и настраиваем его как-нибудь. Но прежде чем приступать к скульпту, я хочу показать то, о чем мы говорили, а именно как происходит отслеживание контролеров. Итак, я включил запись телефона, и можно заметить, как PlayStation камера улавливает все мои движения и переносит Dreams, и это все без VR. Например, вот я двигаю рукой вперед и назад, и мы видим, как цилиндр, который я схватил, также двигается в пространстве. Или вот я двигаю вправо или влево, происходит то же самое. Также, благодаря отслеживанию, можно удобно прогуливаться по сцене двумя руками, и такого в обычном 3D очень не хватает. Еще мне очень нравится этот инструмент клонирования, когда одной кнопкой можно сделать такие прикольные штуки. На самом деле, тут много всего интересного, я рекомендую просто посмотреть мои видео, которые я записывал 3 года назад, так как сейчас я многое позабывал. Так, Егор еще спрашивал за рендер, и да, тут он есть. Как в движке, можно выбрать камеру и все настроить. Например, в данный момент, среди инструментов, вот я выбираю камеру и добавляю в сцену. Далее есть такая же Sun and Sky система, как в стандартных движках. И с помощью нее настраиваем положение солнца в сцене. Далее можно перейти в вид из камеры и настроить нужный ракурс. Сохраните нужный ракурс, создав закладку. Это позволит вам быстро вернуться к нему в любой момент. После этого можно выйти из камеры и приступать к творчеству. Например, я хочу добавить к этому объекту шейдер травы. Для этого я захожу в инструменты, затем выбираю стиль и сначала уменьшаю плотность фактуры частиц объекта. Потом добавляю в хаос в эти частицы и активирую текстуру травы.
При приближении мы сможем разглядеть пушистую травку. Для достижения желаемого эффекта необходимо лишь заменить материал. То есть нужно выбрать нужный шейдер и затем настроить его цвет. Теперь я могу скульптить таким объектом. Например, какие-то арки, кусты и так далее. Самое крутое здесь то, что когда вы закончили свою скульптуру, то можно в любой момент поменять фактуру частиц. Например, мне нравится эта травка, я просто выбираю ее и делаю мазки кисти по объекту. Далее, уже могу скульптить этим объектом с новой фактурой частиц. Потом без проблем клонировать этот объект и получить какой-то такой тоннель. Как вы помните, я ранее создал закладку камеры, теперь могу без труда переключиться на вид из нее и настроить еще раз ракурс. Опять же, в любой момент изменить положение солнца и добавить, например, ту же дымку. Дымка добавляется очень просто. Заходим в инструменты и выбираем объект тумана. Далее размещаем его в сцене и переходим в настройки. Здесь можно настроить масштаб и скорость анимированного шума внутри тумана, его свечение, радиус и так далее. Затем снова вернуться в камеру и можно уже снимать следующую серию ежика в тумане. Помимо этого, Dreams позволяет напрямую добавлять к сцене различные пост-эффекты. Это отличный способ улучшить внешний вид вашей сцены и создать желаемую атмосферу. Здесь есть куча настроек, но самое интересное находится в эффектах. Больше всего мне нравится этот ползунок, который позволяет мгновенно получить пиксель-арт эффект. Чтобы вы понимали, как выглядит рендер в законченных работах, я быстро покажу несколько своих сценок и потом еще одну сцену моего любимого автора. Кстати, сейчас справа вверху появится видео, в котором можно посмотреть все мои сцены, которые я создавал 3 года назад. Например, вот одна из моих любимых сцен, которая получилась у меня за час. В видео вверху можно посмотреть процесс ее создания. Да, она выглядит мультяшно, и я чуть-чуть позже покажу реалистичную сцену другого автора, но в Dreams я никогда не стремился к реализму. Кто хочет посмотреть много моего арта в этой песочнице и другие примеры, я как раз недавно выпустил статью на Render.ru. Рекомендую перейти по ссылке в описании, а сейчас хочу вам показать обещанный реализм, который просили. Есть такой автор, bedroba082, и его я тоже показывал в статье. Этот арт он еще на PlayStation 4 создавал, и я думаю, на PlayStation 5 его сценки будут еще круче. Все, что вы видите, сделано в Dreams, и я сейчас прямо с геймпада гуляю по этой сценке. Каждый листик, травинку и прочее он вылепливал вручную. Да, это не уровень Unreal Engine 5, но и не забывайте про то, что это PlayStation 4. Зная, сколько это делается, заслуживает восторга. Я сейчас включу вам оригинальный звук этого видео, там качество не очень, но хочу, чтобы вы слышали звуки окружения. Звуки вот эти все по ходьбе по земле, там все это можно записывать, можно в базе брать. Камушки вот эти все. Туман, который мне нужно надо тоже это делать. Вот это все создано. Так,
я не прощаюсь с вами, предлагаю посмотреть другие видео, которые сейчас появились на экране.